фура. Жесть. Ну давай дальше проедем. А то мы тут сейчас на разворачивание. На перекрестке станет, на перекрестке, значит. Да и что? Это магнит нормально. Тепло. Ничего себе. Нихуя себе. Она говорила, все. Ну ты не смей тут ломаться, эй, чувак, ты че? Пиздец. Ой. Блять, и чем тебя тушить теперь? Подтек весь, блядь. Сними нахуй оттуда, блядь. Слушай, может отъедем? Куда мы сейчас отъедем? Бля, чувак. Звони хоть куда-нибудь нахуй. Блять, и тушить-то нечем, ёб твою мать, меня тоже нихуя нет. Воды ничего нету, блядь. Лен, слева, слева. Кошмар.
Александр Афанасьев, с которым мы связались через несколько минут после инцидента. Они объявляют, что только движение идет до вокзала. Да и то, что медленно станет при этом двигаться. Они добавляют, что поезд будет стоять каждый день. Очевидцы рассказывают, что так называемые бомбилы либо отказывались подвозить людей, либо сильно завышали цены. В социальных сетях... Вернулся, побежал. Машина, блядь, там... там что, уже еще что ли машина? Там еще машина, она из-за нее все, блядь, это хуйня. Да. Ее занесло, она бьет КамАЗ, нахуй. А сзади ехал автобус, и автобус плюсом еще в это бьется, загорелся. Автобус загорелся? Автобус загорелся. Автобус по одиногазовому еще. Не знаю, не вряд. Пришел. Мы сейчас на кладбище стояли, и этот автобус, кстати, пошел с людьми, нахуй. Двухэтажный, да? Нет. Нет. Вот. Что пожарников долго нету. Там еще джипарь, по ходу дела, спереди стоит, да? Да, 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 вот с той стороны, вот где Фурик как раз, вот где-то в том районе. Да я еду, блин, что такое дыни? Это пиздец. Резко не можешь назад, задним ходом. Да, я Ух, сына.